Всем привет! Вы на канале Вкусные истории и я Наталья Михайлова. Сейчас буду готовить домашний майонез. Майонез у меня будет без яиц. Так как сырые яйца мы не едим, майонез я выбрала для себя без яиц. Для майонеза мне понадобится щепотка сахара, яйцо, готовая горчица, щепотка соли и столовый 9% уксус. И, конечно же, основное это растительное масло. Масло у меня без запаха. Вот так вот, буквально щепотку сахара. Также щепотку соли, прям чуть-чуть. Молоко. Буквально полную с горой чайную ложку горчицы. И 2 чайные ложки 9% столового уксуса. Майонез я сразу делаю в банке, чтобы было удобно закрутить ее и убрать в холодильник. Не перекладывать. Блендер я отпускаю на самое дно. И начинаю взбивать. Как только у меня полбанки массы взобьется, я потихонечку начну блендер наклонять со стороны в сторону, чтобы доступ масла был на дно. Вот, смотрите, низ у меня уже взбился. Теперь я понемножку запускаю масло на дно. Все, как вы слышите, что блендер начинает прокручиваться впустую, майонез готов. Все, теперь я счищаю с блендера майонез готовый. Майонез я хорошо перемешиваю в банке, чтобы был однородной консистенции. Сильно я майонез не взбиваю, чтобы он был не сильно густой. Вот, посмотрите. Все, майонез готов. Все, теперь я набираю сколько мне надо, остальное закручиваю и убираю в холодильник. При желании можно еще добавить 1 чайную ложечку уксусной кислоты. Кто любит покислее, чтобы был прям как магазинный. Все, я желаю всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.